выезде с северо-восточной Хорды на МКАДе водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в ограждение. От столкновения машина опрокинулась. В результате одну женщину госпитализировали. Еще двое обратились за помощью к медикам. В инциденте разбираются представители госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Маршрутное такси принадлежит частному перевозчику и курсирует между станцией Долгопрудная и метро Ховрино.